Всем приветик! Сегодня 26 мая. Хочу показать обзор своего подоконника в спальне. Здесь у меня в основном фикусы стоят. И есть одна хойка. Сейчас все подробненько покажу. Даже убрала специально вот этот вот ряд, потому что все в кучу непонятно получается. И хочу прям показать полностью, как у меня выглядят фикусы. Они сейчас так разрослись. С весны вот, получается, уже, наверное, с конца февраля, с марта они начали расти. И вот новые приросты у них такие симпатичные. Это фикус Реджинальд. Классный вообще. Вживую намного лучше смотрится, чем на видео. Но и на видео тоже красавчик. Вот такие вот салатовые вкрапления у него. Лист немного волнистый. Красавец. Они скоро меня уже выселят, конечно же, из квартиры. Я не знаю, куда я их буду ставить. Они растут быстро, фикусы. Не по дням, а по часам. Я еще режу их постоянно. Укореняю черенки. Есть вот такой хороший саженец прошлогодний у меня в излишках этого же сорта Реджинальд. Тоже такой классный. Большенький уже. Укорененный есть один в излишках. Обзор с излишками, кстати, буду выкладывать сейчас два раза в месяц. Раз в две недели. Примерно в первых числах и в 15-х. Вот, наверное, уже в среду где-нибудь я выложу обзор с излишками. Прошлые излишки разобрали очень хорошо. Там чуть ли не половину, наверное, забрали. Ну, много, конечно, забрали, и много у меня еще осталось. Так, дальше. Реджинальд показала. Дальше у нас фикус Али Амстел Голд. Тоже красавец. Неимоверный. Камера, конечно же, не передает всей красоты. Вот когда новые листочки растут, они почему-то вот так вот загибаются, пока они мягкие, молодые. Я сначала думала, может быть, что-то с ним не так, а потом они выпрямляются. Я заметила это. Когда уже становятся более вот такими вот большими и плотными. Вот видите, новый лист опять же идет, и он крутится. Именно у этого сорта так вот происходит. А потом он выпрямляется, потому что, смотрите, все листья уже, которые плотные, они прямые. Только лишь молодые вот так вот вьются. Вот. Вот молоденький лист. Вот еще тоже не вышел до конца, тоже вьется. Вот этот вообще прям закрутился зигзагом. И вот там тоже лист лезет. Тоже как-то немножко крутится. Тоже красавец. Каждый по-своему красив сорт. Сейчас у нас вечер уже. Я включила и свет, и на камере фонарь. Но днем тоже снимать невозможно. Темновато от солнца. Засвечивает. Вечером снимать даже лучше. Конечно же, камера не передает всей красоты этих фикусов, но все равно они красивые на камере тоже. Как-нибудь покажу, когда буду купать отдельно каждый фикус. Я провожу такие обзоры частенько, но сейчас лето, времени не будет хватать, потому что у нас дача, посадки, уход за огородом. И уже на комнатные цветочки времени меньше остается. Но они
У меня и так растут, все равно я их не забываю. Среди недели я свободна. Выходные заняты. Дальше фикус. Дегантель. Один из красавчиков. Есть еще экземпляры этого же сорта. Здесь немножко засвечивает. И неестественный окрас у него на естественном освещении немного другой. Здесь немножко желтит. Как бы молочные листья смотрятся. И светло-зеленые. На самом деле они прям такие белые-белые. И темно-зеленые вкрапления. Они светло-зеленые. Как здесь сейчас показывает. Здесь же у меня стоит экземплярчик вот такой монстерки варигатный. Есть еще одна под лампой. Даже не одна, а несколько разных сортов. Это вот альба обычная. Есть еще борзига. Тут несколько череночков подсажено. Вот такой палисциас фабиан. Я привозила черенок на срез из Сочи. Укореняла очень долго. И вот сейчас он наконец-то пошел в рост. Еще один полисциас. Бальфура варигатный. После обрезки у меня обрастает потихоньку. Вот такой красавчик. Пестренький. Очень его люблю. Так, пойдем дальше. Здесь у меня вот такой вот дегантель огромный, который я покупала в прошлом году осенью. После пересадки он у меня активно наращивает листву. У него самый большой лист в длину 9,5 сантиметров. Вчера мерила. Этот сорт у меня в любимчиках. Нравится его форма листьев, такая удлиненная. И сами крупные листья. Обожаю. Камера не передает, конечно же, размера. Тут, кажется, небольшими листочки. А на самом деле они 7, это самые маленькие, 7 сантиметров, 8, 9, 9,5 листья в длину у этого сорта. Так, тут за занавеской у меня стоит дельтовидный Groove Leaves. Тоже мой любимчик. Вот такой лист у него на обратной стороне, желтый, в черную точку. Цветет он сейчас у меня вот такими ягодками. Вот какой красавец на обратной стороне. В этом году я его первый раз стригла. Есть в излишках очень много черенков укорененных этого сорта. Здесь сейчас темновато, и окрас у него неестественный. На самом деле прям такие ярко насыщенные темно-зеленые листья. Здесь какой-то грязноватый оттенок смотрится.
Так, дальше покажу Хойку. Хоя сорт. Сейчас скажу. Латифолия. Очень крупные листья у этого сорта. Есть еще дублик. Растет на балконе. Так, дальше. Один из твилайтов. У меня их несколько, этих сортов. После пересадки активно растет. Не знаю, куда буду ставить скоро. Ничего не умещается. Форточку открывать не дает. Вот эта ветка еле-еле открываем. Не знаю, куда что ставить. Но очень люблю их, свои фикусы. И Даниэль. Здесь смотрится прям совсем темным. На самом деле, вообще-то у него тоже такие практически темно-зеленые листья. Глянцевые. Есть в излишках один огромный саженец этого сорта. Двухлетний. Чуть позже покажу. Еще один твилайт. Вот такой вот пушистенький. И вот такой длинный он, высокий. Есть еще один экземпляр этого сорта Твилайт. Он у меня стоит в зале и в излишках. Целый экземплярище я продаю, потому что ставить уже совсем некуда. Вот такой вот пышненький Твилайт у меня. Конечно же, скоро они у меня здесь уже на подоконнике не поместятся. Придется их куда-то ставить в другое место, возможно, на пол. И последний красавец, который у меня стоит на подоконнике, это Регидан. Очень похож с сортом Реджинальд. Вот они рядом стоят. Но у Реджинальда немножко другие листочки. Вот он, региданчик. На подоконнике все показала. Наверху у меня сейчас нет растений. Крючочки свободные. Все повесила на балкон. И буду заносить только лишь в октябре месяце с балкона растения. Покажу еще растюшки на комоде. Так, этот я показывала, Реджинальд, который в излишках. Вот он. Голден Моник фикус. Тоже салатовые листочки волнистые. Вот новые растут. Новые растут светло-салатовые. А потом уже со временем они темнеют. Становятся темно-зеленые, но волнистые. Здесь у меня спатифилумы. Два стоят. Ангел Бэби цветет. Вот такой пестрый варигатный. И ложковидный крупномер. Листья 30 сантиметров в длину. Вот такой стволик толстый. Экземплярчик уже взрослый, ему лет 10.
Так, вот этот вот эпипремнум. Варигатный. Эпипремнум пинатум. Он у меня стоял здесь на подоконнике в спальне. Я его на днях переставила, потому что он уже там мешается. Переставила сюда вот. Кстати, его продаю сейчас. Он у меня в излишках стоит. Там маленькая Хоя Лиза. Бегония макулата. Теплички у меня. Череночки хлорофитум океан на продажу. И вот он. Сейчас я его вытащу на подоконник. Это у меня излишки. Даниэль. Фикус Даниэль. Вот так поставлю сюда сейчас на пол, чтобы показать его. Очень крупные листочки, темно-зеленые, глянцевые. Двухлетний саженец это у меня. Продается. Фокус плохо ловит. Все показала, то, что у меня стоит в спальне, на окне и на комоде. Буду на этом заканчивать видео. Желаю всем хорошего настроения. Самое главное, здоровья крепкого, не болейте. И пока-пока.